Я приветствую подписчиков и зрителей моего канала «Одесса, 6 октября». В 10.35 появилась информация о взрывах в Запорожье. В 10.42 глава областной военной администрации Александр Старух подтверждает ракетную атаку на Запорожье. Также сегодня ночью в 1.31 появилась информация о том, что в Запорожье сообщают о взрывах. И спустя некоторое время начали появляться ужасные новости. В Запорожье россияне нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам. Об этом заявляет глава областной военной администрации Александр Старух. Одна женщина погибла и еще одна умерла в машине скорой помощи в результате ракетной атаки на Запорожье. Под завалами домов по меньшей мере находится 5 человек. Многие спасены, среди них 3-летняя девочка, ребенок госпитализирован. На месте происшествия идет спасательная операция. В моем телеграм-канале есть много фотографий и видео с места событий. На одном из кадров показано, что дом, если не ошибаюсь, 5-этажный, разрушен практически полностью. Посередине дома нет одного подъезда, возможно, или нескольких подъездов, потому что полностью, снизу доверху, он полностью разрушен. Слева стоит часть дома, справа стоит часть дома, а вот середина дома полностью разрушена. И также есть информация о прилетах в частный дом и в другие многоэтажки. Это ужас. Это просто ужас, который не передать своими словами. Я на связи. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новую информацию. Берегите себя, берегите своих близких. До встречи. Всем пока.